Всем привет, с вами магазин «Горные вершины», меня зовут Максим, и сегодня мы с вами поговорим о темляках на беголыжных палках. Темляки нам нужны в первую очередь для активной передачи энергии, когда мы отталкиваемся, и если у нас их не будет, то, скорее всего, у вас соскользнет рука. Поэтому они бывают разные, мы сейчас с вами разберемся, чем же они отличаются. В большинстве случаев палки уже укомплектованы темляками, они бывают, например, капкан или петля. Но, например, топовые палки у Swix не комплектуются темляками, и вам их придется покупать отдельно. Для чего же вообще менять темляк на ваших палках? К примеру, вы хотите темляк более высокого уровня, или же ваш темляк уже банально износился. Чем же отличаются темляки? Во-первых, они разного исполнения, и, как я уже говорил, бывают петля и капкан. Петлей все ясно, поэтому мы про нее рассказывать не будем. А вот с капканами мы уже разберемся поподробнее. Потому что они самые популярные на рынке, и у каждого бренда они присутствуют на палках. Во-вторых, они отличаются типом крепления на ручку палки. Условно их можно разделить на два типа. Это петля и клик, который у каждого бренда свой. Тип крепления петля универсальный и подойдет к любой палке, у которого принцип крепления при помощи клина. А вот у кликов есть свой крепеж, и поэтому нам надо поподробнее его разобрать. Чтобы понять, какой у вас, вы либо ориентируетесь на свой темляк уже старый, либо вы можете обратиться к нам в магазин, и мы вас проконсультируем. Также обращу ваше внимание, что темлячки нужно мерить поверх перчатки. Перчаточки у нас бывают потоньше и более объемные, и зачастую размер темляка соответствует размеру вашей перчатки. Как же определить размер перчатки? А все очень просто. Мы берем сантиметр и замеряем нашу ладонь. И высчитываем расстояние по формуле. После измерений я получил размер 9, что соответствует размеру L. И такой же размер у нас будет на темляках. Как видите, размер L мне идеально подходит. И даже еще есть запас регулировки. Также при выборе темляка нужно будет учитывать их разные исполнения. В данном исполнении темляк имеет гораздо более широкий диапазон регулировки размера. А теперь мы посмотрим, как заменить темляки на ваших палках. Допустим, вы захотели сменить свои петли на капканы. Это очень просто сделать. Мы достаем клин, вытаскиваем старый темляк и ставим вместо него новый. После этого защелкиваем клин на место. А вот системой клик гораздо все проще. Все делается в два щелчка. Достал и поменял. Вот и все. А у палок Swix с системой крепления TCS есть возможность выбрать темляки, которые внешне будут отличаться, но они все взаимозаменяемые. Как мы видим, данные темляки отличаются немного по типу крепления, но они взаимозаменяемые. Но вот у этого темляка есть большое преимущество в виде ключика, который не только снимает сам темляк, но и напиточки открывает. К сожалению, в нашем коротком видео мы не смогли рассказать о всех темляках, их потому что гораздо больше. Но если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться в наш магазин или написать вопросы в комментарии. И не забывайте, что подписка здесь, лайки у нас тут. Меня зовут Максим, магазин «Горные вершины», и до новых встреч!